Всем привет! Значит, заказал GPS-трекер Синтрек для квадрокоптера, да, то есть, когда новые дроны проверяю, бывает такое, что они куда-то улетают, потом их бегай ищи, можно не найти вообще. Вот для этих целей взял такой трекер небольшой. В комплекте инструкция, провод для зарядки, microUSB, ну, это на шею его вешать там или куда-то, чтобы прицепить. Есть липучка. И вот так он выглядит. Весит он 50 грамм. Кнопки включения никакой нет. Как только мы вставляем туда сим-карту, он включается. Нужно его активировать предварительно, чтобы был интернет на сим-карте, чтобы были там минуты и все остальное, смс-ки, чтобы сим-карта была рабочей. Значит, как, что с ним делать дальше? Его нужно перевести в режим стенд-бай. Вот этот. В этом режиме он в спящем режиме находится, то есть он не мешает электронике дрона. То есть антенна GPS выключена, работает только на прием GSM сигнала. Как только мы на него звоним с телефона, на него приходит смс-ка потом с координатами. Вот сейчас покажу. Вот, мы набираем трекер. Идет один гудок, потом он сбрасывается. И здесь начинают мигать лампочки. Вот, гудок прошел, лампочки загорелись, видно, не видно. И пришла смс-ка с координатами. Вот. И можем перейти уже по ссылке, то есть там в карты навигатора или Яндекс или Google карты. Чтобы более точно определил, если сразу непонятно, можно через минутку еще раз позвонить и отправить. То есть он будет включен дольше и точнее будет позиционироваться. Значит, как его крепить на дрон? Дрон, значит, сначала, да, включаем, калибруем без трекера, чтобы он нашел все спутники. Потому что мы его крепим сверху, чтобы он не мешал антенне. Не, на некоторых дронах мы не знаем. Здесь, вот, по крайней мере, аккумулятор, понятно, да? А на некоторых антенна ставит GPS, то есть может ставить сзади, ну, где угодно. И если поставить на нее сверху, будет дольше ловить GPS. То есть ставим примерно по центру, ровно. Я, значит, налепил сюда просто двухсторонний скотч. И так его к пыльной поверхности несколько раз прилепил, чтобы он уже сильно не приклеился. Он просто слегка липкий. Не соскальзывает, очень удобно. И взял липучку вот такую. И то же самое сделал с ней. То есть прилепил сюда двустороннюю скотч и запылил ее за вот так вот, чтобы она сильно не прилипала. Значит, дальше просто берем и обматываем. Снизу смотрим, чтобы оптический датчик не загородить, ну, не закрыть. Так посильнее прижимаем. Вот таким образом. Все, он стоит крепко, никуда не слетит. Ну, понятно, если дрон упадет, разобьется, то надскочит там, ну, на несколько метров. Ну, дальше вы уже найдете. Сейчас покажу, как это было в полете. Расскажу. Ну, значит, оказалось не все на самом деле так гладко, как я думал. Поскольку он весит 50 грамм и добавляет еще некой парусности, то есть в ветреную погоду, это существенно заметно. Ну, вот смотрите, то есть вместе с ним пока все нормально. Выставил скорость быструю самую. Вот 8 метров в секунду он летит. Но летит он сейчас по ветру. То есть ветер ему дует сейчас в спину и в левую сторону, в левый бок. То есть такое. Поднимается он наверх тоже вроде достаточно бодро. Значит, ну, и зарядка не проседает. То есть думал там, как бы, если дать резко, ну, это самое, резко подниматься, будет проседать аккумулятор. Нет, все в порядке, как бы. Вот 8 вольт. Вот летим по ветру, высоту набрал, скорость вот сейчас аж 9 метров в секунду. Ну, это немножко его ветром еще сносит. Про первые вот признаки я увидел, когда нажал возврат домой. Сейчас это буквально.
через несколько секунд отлетел. 650 метров. Это без репитера, это напрямую с телефоном соединился. То есть связь хорошая у дрона. 700 метров, никаких рывков, ничего. Пожалуйста. Вот, развернулся, значит, давлю вперед, чтобы лететь в обратную сторону. А он не летит. Он просто на месте стоит. То есть дует ему... Я сначала думал, что может связь с пультом потерял. Нет, все нормально. Назад он отлетает. А вперед он не летит. Причем не летит настолько, что его даже сдувает. Знаю, что в режиме возврата домой дрон летит быстрее, чем от стика. Нажал возврат. Вижу, что он начинает лететь в мою сторону. Но при этом вот не сразу я это заметил, чуть позже, что он начинает терять высоту. Ну, то есть он падает. Стик в режиме, левый стик в режиме возврата домой не работает, то есть вверх я его поднять не могу. Дует ему сейчас встречный ветер, поэтому скорость его вообще, то есть до нуля останавливается. Летит он крайне медленно. 1 метр в секунду, 0,5 метра в секунду скорость, то есть ну никакая, то есть вообще не хочет. И он садится. То есть я понимаю, что не смогу долететь, он просто у меня где-нибудь в кусты упадет, сядет. Отменяю возврат домой, нажимаю вверх, то есть он начинает подниматься. Но при этом его сносит ветром назад. Я, конечно, вернулся, то есть повернул влево, чтобы немножко в разрез ветра лететь. И влево, вот в поле, он у меня начал уже двигаться более-менее. Смог вернуться. Ну, значит, какой итог, что для таких дронов, которые весят там до 250 грамм, там до 300 грамм, вот с такими моторами маленькие, они, в принципе, там все одинаковые, вот эти маленькие моторчики ставятся только на такие легкие дроны до 300 грамм. Все, что выше, или, например, вольтаж, ну, не двухбаночный аккумулятор, а трехбаночный, да, там уже другие моторы стоят. И все, что выше 300 грамм по весу, там тоже другие моторы стоят, хотя и на двухбаночном аккумуляторе. Они мощнее, то есть они уже без труда его тянут. Вот есть, например, Lawmox X35, там тоже 7, ну, двухбаночный аккумулятор 7,4 вольта, да, но он без проблем тянет вот этот трекер, то есть он даже не, там, ну, нет ощущения, что он стоит, не чувствуется. А на таких дронах, только если в совсем безветренную погоду и как бы не очень далеко, ну, то есть пропадает смысл трекера вот этого. Что можно сделать? Внутри стоит аккумулятор у него на 1000 мА. Он и весит, в принципе, наверное, на половину этого трекера. То есть если взять аккумулятор, скажем, 300 мА, вот в режиме вот этом стендбай, его все равно хватит надолго. То есть вам полетать в любом случае хватит. Он будет работать там несколько часов. Его нужно вскрыть и заменить аккумулятор на более легкий. Весить он будет примерно тогда грамм, наверное, 30-35. И вот проверить еще раз, протестировать. Думаю, что 30 грамм уже будет приемлемый вес для таких маленьких дронов. 50 с большой натяжкой. Вот дальше будет еще насчет видео продолжаться. Сейчас я ускорю. Вот видео ускорил в 2 раза. Значит, он вернулся в итоге, ну, уже с другого места. Полетел я сейчас против ветра сразу, чтобы потом вернуться по ветру. На полной скорости жму. Он вверх, в принципе, тоже поднимается. Вот сейчас против ветра. Как бы так, в разрез немножко. Не совсем против ветра, немного в разрез, но поднимается. Все в порядке. Метров сейчас на 500 отлечу, нажму возврат домой. Вверх без проблем вроде тянет. Дальше еще один будет возврат, где наглядно рядом с, уже прямо с собой включил. Было видно, что он опускается. Вот. То есть по ветру летит, не снижается. На той же высоте, на которую мы нажали возврат, на этой же высоте он и прилетел. Но против ветра он не может. То есть он начинает почему-то садиться. Так, сейчас. Сейчас он сядет. Минутку буквально. Я отлечу.
полетел по ветру, против ветра нажал возврат домой, он летит на меня недалеко, метров 100 всего, вижу, и он начинает просто вниз садиться. Потом до какой-то, до 14 метров он так опустился, остановился, начал заново подниматься на месте уже. Начал заново подниматься вверх, метров на 30 поднялся, на этой высоте подлетел к точке взлета и начал садиться. Ну, в общем, неадекватно он себя ведет с дополнительным грузом в 50 грамм. Так что будем допиливать его и делать еще один тест. Вот здесь он, вот это он сам садится, хотя не должен этого делать. Потом начинает, уже близко подлетел, начинает подъем. И уже долетает до точки и спускается. Так что так. Ладно, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал.